Так тут выброс, оказывается, начинается. Тьфу ты, а? Понятно. Но я уж, наверное, в деревне новичков перекантуюсь, а там посмотрим. Ё-моё, смотри, аж звезды появились. Время 9 утра, смотри, как темно, прям темень какая-то. Нет, конечно, все круто. А где выброс-то сам? Тьфу, я только поспал, чтобы день наступил, опять ночь. Может, это затмение, типа, знаешь, тут есть такое явление. Но, блин, это какое слишком жесткое затмение. Может, все-таки должен выброс произойти? Что-то вообще я не понял прикола. Ну ладно, что-то выброса-то нет, я пойду далее. Да, смотри, я подхожу, тут уже какие-то ребята, какие-то бандиты. Вы что мне с ними делать? Не, ну серьезно. Я, конечно, могу попробовать скинуть гренку. Надеюсь, у меня присутствует какая-то граната. Вот, лимонка присутствует, я думаю, надо ее использовать, потому что там слишком большое количество противников. Вот, раз грена. Жмыхнула, ранг +2 всего лишь. Вторая грена. Вообще никого не убил. Третья грена. Тоже никого не убил, отлично. Так, вроде опять наступил день, вообще не понял, что это было, скорее всего, типа затмение. Ну ладно, ребята что-то тут заныкались, запрятались. А, он тут раненый, что ли, лежит, или как? А, ну да, братишка раненый. Готов. И последний. Ах ты такой гад, а? Все, тоже готов. Но из Белоусов надо встретиться где-то тут. Не знаю, придет ли он, потому что сейчас тут никого нет. Сейчас посмотрим. Ну, пожмыхал я их тут гранатами нормально. У ребят даже абаканчик был. Жаль, что все еще нет техники. Я бы себе какой-нибудь взял автомат и прокачал его. Ого, даже артефакт у человека. Грави. Хороший арт. Там было +10 кг. Это серьезно, весомо. Так, ну и чего? Белоусов, надеюсь, не умер. А то будет страшилка. Ой! Пёсель напал. Ну, в общем-то, кто-то один появился, скорее всего, Белоусов дальше в туннеле. А, нет, там кто-то идет. Вон он, сзади, что ли, подходит. За ним кабан бежит. Ты кого привел на хвосте, а? Поговорить с Белоусом, сейчас поговорим. Какой же кабан живучий. Ну чего ты, брат? Странно, что он, типа, пришел с рейдой, но пришел не в лагерь, чтобы там отдохнуть, а где-то хрен пойми, где тусовался и приперся сейчас сюда. Странно. Ну, давай поговорим, остановись, пожалуйста. Здравствуйте, майор. Меня все кличут Белоусовым. Будем знакомы. Слышал, вам небезразлична судьба военных на кордоне. Приветствую. Да, именно так. Я мало что знаю об этом, только лишь, что они тянули с собой какой-то неизвестный груз. Не имею представления, что в нем могло бы содержаться. Рекомендую вам расспросить по этому поводу Ермака, нашего техника. Он лично ремонтировал оружие этим воякам. Оттого должен что-то дознать. Найти Ермака вы сможете на нашем южном блокпосту. У меня все. Спасибо за информацию, мне пора идти. Серьезно, ты мог мне просто смс-ку отправить. Ну, я все равно не буду подбирать абаканы, потому что они слишком убитые. Я не думаю, что мне. Денег-то может и хватит, чтобы починить, но знаешь, ладно уж. Доходим с тем, что есть. Ну и все, и пошел тут Белоусов обратно. Понятно. Что ж, хорошо. А мы пойдем к Ермаку. Может, и броньку там маленько починим. Поднимаемся повыше. Опа, тут в ящике нас кое-что ждет. Гранаты, патроны, аптечки. Все мне это очень даже надо. Так, ну и что тут происходит? Шуруп, что делаешь? Здравствуй, дорогой майор. Наслышан о тебе. Здравия желаю. Скажи, ты слышал что-нибудь о военных на кордоне? О, да, слышал о таких. Мало того, что я им экипировку штуковал, да и консультировал по некоторым оружейным вопросам. Мне интересно знать, с какой целью они оказались на кордоне и зачем переносили какой-то груз. Насчет цели и груза ничего не знаю. Скажу только, что строил им маршрут на болото. Помню наизусть место привала. Это то, что мне нужно. Координаты. Повезло вам, майор. Вот точки. Передаю. Все, готово. Спасибо, выручили. До встречи. Это мне чего, на болото уже идти? А, нет, вот сюда, на вторую часть кордона. Там как раз все тайнички заберем. Ну неужели мы можем починиться? А вот прокачивать у него ничего нельзя. Технологическое укрепление брони, защитные характеристики, бронекостюмы повышаются. Если качнуть эту ячейку, но мы этого делать не будем. Просто починка. Фу, довольно недорогая. 1300 рублей. А вот автомат, кстати, он уже прокачивает. Прокачка, конечно, не из дешевых. 7000 последняя ячейка стоит. Тут 3. Причем странно, тут 3. Первая. А вторая колонка, которая обычно более дорогая, она наоборот дешевле. Хотя тут 3-2, а тут 4. Ой, ладно, замена основных компонентов тоже непонятная тема. Типа повышает немножко все боевые характеристики автомата, понятно. Емкость магазина, ага, ну прокачивать автомат я пока не буду. Мне хватит того, что мое снаряжение в хорошем состоянии. Тут, да тут в принципе ничего, разве что батарейки. Слушай, а допустим, если я захочу заказать сайгу. Цена заказа 1200 рублей. Всего 1200? Не понял, подожди. А, ты только доставка, ты понял? Держи, в ближайшее время будет исполнен. Приходи через час. Хм, посмотрим, сколько она по итогу будет стоить. И хватит ли мне денег. С медведем ни о чем не поговорить. Блин, ну неужто ты не стал покупать у меня автоматы? Может, там реально ранг надо прокачать? Странно, но такой же шлем, не прокачанный, но сломанный, он покупал, а новый и улучшенный он его уже не покупает. Ну, броню может купить за 2000 рублей всего лишь. Артефакт за 9600. Тут артефакт дорого. В принципе, если что, если мне на сайгу не будет хватать, я его как раз продам. Да, скорее всего, я сайгу найду потом. Ну, ничего страшного, ребят. Вечно мы себя в чем-то ограничиваем, в чем-то там себе какие-то рамки
и ставим, что вот, не буду покупать, буду копить. В итоге копим, опа, конец игры, так ничего и не покупаем себе, и в итоге как бы да. Опа, в ящике опять что-то заспаунилось, это ракета и аптечка. Что? Тут в прошлый раз было совсем другое. Я, конечно, забираю. Че, я от ракеты, что ли, откажусь? Но просто странно, что так быстро респаунится заново вещи. И тем более я это не очень поддерживаю. Считай, это остановка необитаемая, и кто-то туда взял и положил, типа, ракету. Ну ты че? Ладно, у нас тут все еще ходят бандиты, ибо данная точка на меня захвачена. Ну, штурманем сейчас. Привет, брат. Не понял. Лё, вот это я косой, конечно. Минус. Вперед. Сейчас под шумок мы зачищем. Тут просто еще слева какие-то выстрелы звучат, скорее всего. Мы либо мутанты, либо что. Либо, может, сталкеры сюда забрели. Минус. Еще 3 человека мне показывает. Радар. Но чего-то я никого не вижу. Там по дороге кто-то ходит. На меня внимание особо не обращает. Конкретно тут никого не фиксируешь. Все, бочку можно подобрать. Ты че, она мне не нужна. Может, с этой стороны? Ага, вот тут где-то гад. Видели, в голову один раз попало, ему было мало. Ну и последний гибон. Не пойму, с какой стороны. О, тут уже 5 человек вырисовалось. Тьфу ты. Хотя, может, забьем? Может, это те улавливаются? Ого! Кристалл! Ни хрена себе у них иногда. Я не подкручивал ничего себе по луту, сразу говорю. В прошлой серии такого не попадалось, но в прошлой серии я особо как бы не лутал тела павших бойцов. Кристалл. Не, ну с другой стороны, логично, что могут выпасть с обитателей зоны артефакты, ведь это тоже отчасти является промыслом. Странно, что с бандитов, потому что бандиты обычно как раз таки не лазят по аномалиям. О, кстати, ТТ-33, который я могу заказать. Да, уж возьму его. Так вот, еще странно, что это был именно кристалл, потому что кристаллы нетипичные артефакты для данной территории. Опа, ящик. Конечно же, мы его разбиваем. Это ритуал просто, который должен всегда исполняться. И тут дробь. И мелкий калибр. Обалдеть, они там АТП, короче, штурмуют бандиты. Представляешь, все из-под железной дороги в сторону АТП тусуются. Лё, что делают, смотри. Идет. Там мясо вообще происходит. Лютый замес. Ну, тем хуже для бандосиков. Итак, на элеваторе у нас всего один тайник. Кстати, а этот электрощиток тоже обыскивается, и тут аптечка. Блин, не пойму, я это нахожу новый тайник, или я просто, типа, знаешь, как вам объяснить? Ну, просто спавнятся вещи во всем, что может вмещать эти вещи. Но это странно, если такая логика, и она не очень правильная. Да, это, с одной стороны, типа, ну, спам лута, ну, не знаю. С точки зрения логики, да что не может пройти, ну, с точки зрения логики, ну, кто зашел сюда и положил одну армейскую аптечку? Странно. Это тайник, улучшитель калибра 5.45 и заряды дум-дум. Ну, кстати, это, наверное, какие-то редкие патроны, я уж точно вам не скажу. Вроде очень редкие, напишите в комментарии, кто лучше разбирается. Так, ну и тут у нас бандосик в кустах засел. Сейчас он тормознет, и я ему в голову. Ну, или так попытаюсь. Готов. На железнодорожной насыпи уже толком никого не осталось. Все почему-то ушли. Так, а в этой стороне? Вот в этом ящике. Ага, тут уже никакого ящика, понял. Могу ли я просто спрыгнуть спокойно? Вот так вот. Опа, могу. Мягкая посадка, так называемая. Новая точка. Мост. Вообще никого нет, смотри. Я сейчас нахожусь под мостом, тут ноль. В ящике, ого, 65-56. Не, ну это прям лута много на самом деле сыпется. Если так каждый ящик обыскать, еще из трупов падают всякие кристаллы, то я думаю, что экономика довольно простенькая в этом моде. Это тебе не ДТР, в котором там на броню, чтобы накопить надо, я не знаю, очень много сил приложить, так скажем. Так, а где тайник-то? Ага, тайник сверху, представляешь? Тут у нас... А, просто рюкзак и просто детектор? Не, ну детектор хорош, я ничего не говорю. Детектор суперский. Правда, он почему-то разряжен тоже. Ну и рюкзачок, чтобы себе в том или ином месте сделать тайник. Ладно, детектор действительно пригодится, и давай сразу идем на ферму проверять там место эвакуации. Не пойму, тут бандиты или сталкеры, потому что я слышал сталкерские голоса. Да, тут есть наши. 20 человек, охренеть! Нет, тут, похоже, бандиты в основном. База. А вот эти нейтральные, я даже не знаю, кто это. Готов. Блин, похоже, сейчас будет реальная резня. С 20 я справлюсь вообще, не? Сталкер тут валяется раненым. Как-то умудряются по мне попадать еще. Да ты откуда взялся-то, дурак, сзади? Иди отсюда. Все-таки добили тут нейтрала, который был. Ого, блин, больно бьют. Реально, бьют тут очень больно, на самом-то деле. Как будто я не знаю, на мастере каком-то играю. Осталось 11 человек из 20. Там, по-моему, кто-то гранату под себя кинул и добротную часть выкосил. Попробуем подобраться еще поближе. Опять райные. Ну выходите, выходите. Ого, ни хрена себе, как он эту штуку-то прострелил? Или он мне так точно в голову попал? Я даже среагировать не успел. О, нет, только не это. Господи, это самое плохое, что могло тут произойти. Опа, ты что подскочил? Ты вообще был раненый? Сиди, выпендривайся. О, все, смерть. Теперь ждать, пока труп исчезнет. Че, яблочко кинули? Кинули. Но благо, что оно было за стеной. Оу. Не, мне кажется, коробки простреливаются. А вот давай проверим. Да нет, не простреливается. Хотя. Ого! Не, простреливается, все понял. Какой лимончик, дурак! Ой, все, да? Жмыхнуло. Все, позабаррикадировались, блин. 2 человека осталось. Открываем, ребят. Че у вас тут? Нормально все? Нормально, никого нет. Нормально, так меня подписали на штурм в одиночку целой базы. Открываем.
Да, открыли. Кстати, я без шлема в модельке, хотя по факту в шлеме. Ого, тут какой-то дуровик за скелете. Я его замочил, и второго тоже замочил, последнего. Так, что за дуровик за скелете? У него обычный МП-5. Мазай. Вот у него уже неплохой калаш с оптикой. Ну, мы так скажем, оптику-то заберем себе, а калаш можешь оставить. Флешка, разумеется, Мазая с тайником использовать. Так, подожди, а, прицел уже тут как-то этот, через костыли снимается. Ну чё, тут еще сейф с барахлом. Ё-моё, а. Конечно же, я звук сделаю потише, потому что это жесть какая-то. Да. Да, тут был вольный сталкер. Была у них перестрелка за данную точку. Но, к сожалению, вольные сталкеры проиграли эту войну локальную. Ой, серьезно, что ли, взять сюда? Ой, пана, приехали сюда. Вы чё вообще? Первенство следопыта какого-то я получил. Еще медаль. Награда за достижение ранга выдается, если текущий ранг более 100. Для преобразования в компанию, ладно. 100 уже, прикинь, как быстро это за одну серию. Ну, понятно, столько покойников я образовал. Ого, элочка. Но слишком убитая. Нам с тобой не по пути. Тайничок очередной. Ну и вообще-то, что тут конкретно от меня надо-то? Исследовать отмеченную точку. А что здесь исследовать-то? Ну, я тут. Проверить. Проверил вроде. Даже главаря замочил. Дальше-то что? Сюда он даже сталкеры идут. Может, тут есть все-таки типа что-то военный группировок локальный такой? О, медуза. Вот я специально прям ходил, лутал, думал, ну, из кого-то выпадет артефакт, есть шансы, пожалуйста. Медуза, шикарный арт, это прям мне сейчас подарок с небес. -2 радиация, -2 радиация. Это то, что надо. Так, ну и чего? Ну и ничего. Но я не был в этой стороне, может, тут что будет? Потому что что-то как-то чего-то непонятно. Вроде я пришел, а вроде никакие квесты не обновляются. Блин, я не надеюсь, я ничего не сломал, серьезно. Вот этого мне еще не хватало. А как проверить-то, я не понял. Так, фиксирую труп военного. Вот его вроде как надо было найти, да, это один из военных, исследовать отмеченную точку, выполнено. Теперь надо будет идти далее. Детектор разряжен, да понятно. Ой, тут у человека... О, тут только что я подобрал сайгу. У этого степухи батона, который... Я даже не знаю, что за танец танцует. Что-то очень драйвовое. Но, правда, сайга убитая в нулину. Поэтому можно выбрасывать. Ого, так она еще и этими патронами стреляет. Что, вы видели? Сыреновожу, она стреляет дум-думом. Ну, скорее всего, в описании это написано, но описание, как обычно, не читаю. Да. Так, ну и тайничок у нас, соответственно, где? Ага, с этой стороны. Тут ничего, ладно, спрыгиваем. И находим тут огромный меднабор с сумкой СМВ. Если я ее использую, то что? То я так и не понял, что произошло. Вообще какая-то медицина оттуда выпадает. Что ж, понял. Дальше куда? А дальше вот тут можно взять тайник рогача. Но пока подожди. Опа, в команде у нас тут, значит, подствольники, какие-то патроны. Небольшое количество. Хм. Опа, комбез наемников в туннеле у нас тут лежит. И получается, я делаю какие-то тайники. Опа, понял, понял, понял. Чё же вы сразу-то так не сказали? Двоих замочил, еще третий где-то. Ребята, будьте спокойнее, я не знаю, чего вы как эти. Нормально же играем. Ну, костюм наемника будет получше. Вот у меня новый сейчас костюм Заря, сталкерский. А наемник, однако, что по характеристикам выигрывает. Поэтому мы одеваем его. А, так он даже по килограмм больше поднимает. Смотри, тут 55. Одеваем это 63. Тут же могу поднимать. Этот уж отнесу, положу в ящик, хотя его никто не купит. Опять. Опа-на. На ТП можно найти, оказывается, пистолет. Вот такой Desert Eagle. Правда, патронов к нему у меня нет. Хм, неплохо. Сейчас я хочу метнуться на базу, сложить туда что-то, что мне не нужно. И уже дали опять эти к бандитам. Приветствую, твой заказ доставлен, можешь выкупать. Но почему-то у меня нет пункта. А, вот так, значит, да? Типа вот таким образом у него появляется. И она стоит всего 8000, в принципе, я думаю, это окей. Давай, раз уж мы сделали этот заказ, возьмем его. И сразу смотрим, засчиталось ли это статистику. Да, оформлено заказов у торгашей выполнено. Ну и теперь у меня есть вот это чудо. Оно, что оно? Ничего, под него можно взять дроби немножко, чтобы на мутантов наводить страх. Жаль, что на минус массу они, конечно, модификацию не делают. Я бы сейчас это сделал. Снизил маленько массу оружия. Но что есть, ладно. Ну и в общем, теперь можно идти далее, проверять остальные точки.